Да, это был, наверное, тяжелый выбор. Хотя, какой тяжелый, по-моему, даже очень простой. Как можно было этого говнюка Балдора оставлять живых? Он же редкостный гондон. С другой стороны, с ним тоже так обходились по жизни. Как-то Кратос все равно далеко не полную историю рассказал о себе. Мистические врата. Второстепенных заданий я тут не вижу, только там, наверное, остались. Да их, ладно, пошли. Уже надо заканчивать сюжеткой. Эх, жаль. Грустно Башня это все. поглотила камень единства. А я бы хотела еще полетать. Да, надо же, какая жалость. Пошлю уж прямо. Как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в... Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что неважно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Логика практически всех диктаторов, да, наверное, всех времен и народов. И сейчас такое есть, и дальше будет. Ну что, ребята, я тут Балдура убил. Есть какие-нибудь ништяки для меня? Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Силу. Через нем. Повышение силы и живучесть. Зашибись. Это взрыв Гефеста, ярость Тартара, гнев Артемиды. Игра так пишет, как будто бы я помню. И буду заморачиваться искать. Цена ни хрена улучшить нельзя. Даже за смерть этого ну гондона ничего это не все. Дали. Сила руны. Давай, выбери Йотунхейм и отправимся. Вероятно. Один закрыл проход в этот мир. Я думаю, очень скоро мы пойдем в Асгард. Йотунхейм. Я уж забыл. Сын, голову. Готовься. А, да. Взял.
Будем надеяться, что ты не взорвешься. Ой, об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой, неприятно. Давай, сын. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим. Вообще мотивация поражает, да? То есть изначальная цель была донести прах жены Стоп, слушайте, на два слова. Горы. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет. А? Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну, ладно. Готов. Идем. Найдите самую высокую вершину Йотунхейма. У меня на тебя большие планы. Так вот, смерть богов. Все ради того, чтобы дойти до вершины горы. Как и в Спарте, да, в Греции у Кратоса вполне прямые такие мотивы. Ему плевать, он через все пройдет, лишь бы дойти до своей цели. Только тут он уже не такой палач, как... в оригинальной трилогии. А, надо было двигаться, ё-моё, я просто стоял, ждал, пока прогрузится. Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Дошли. Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Сын, а тут папа душу изливает. Сын. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса.
туда нам показывают, туда, направо потом иди. Я не могу ускориться. Эй, есть кто живой? Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Ну ладно, игра, я уж понял то, что не в этой части. Мы даже Тора не увидим в этой части. Но, блин. Я должен их чувствовать. Но никого нет, все мертвое. Давай уж по следующих. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Просто давай, пожалуйста, не 6 лет ждать продолжения. Но, скорее всего, на... Стой! Отец! Что-то происходит! Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Она явно была непростой человек. Это мы. Когда встретили мирового змея. Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Полубог, полувеликан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее, не зная, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же, она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Да. Да, это так. Мне не понравилась последняя картинка. Я как бы к этому был. Смотри, готов. Это мамина. Она была здесь. Она предвидела каждый наш шаг. Она словно всегда была с нами. Наблюдала за нами. Вела нас домой. Закончим. Я по-любому был готов к худшему. В этой части игры я об этом еще в самом начале прохождения говорил. Но... Блин. Я не хочу, чтобы так было. Это же Кратос.
отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Прощай, Фэй. Люблю тебя, мам. Великанов и правда больше нет. Нам пора идти. Идем. Раз мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так. Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. Что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Что нам делать? Тебе принимать решение. О! Почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы – великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Хм. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Не хочу ускоряться, не хочу концовки. А вообще, теперь у меня немножко другие мысли насчет продолжения. Если ты решишь, что нам пора возвращаться домой, я пойму.
Но мы еще освободили не всех валькирий. Наверняка еще кому-то надо помочь. Может, за этим нас мама сюда и отправила? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Мне больше нравится то, что дал мне ты. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде. Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое, подальше отсюда. Продолжайте исследовать мир, выполняя просьбы гномов. Освобождайте драконов, путешествуйте в Муспельхейм и Нильхейм, приносите в лавку новые предметы, создавайте снаряжение, которое позволит вам победить всех оскверненных валькирий. Валькирии найдены. Местонахождение всех оскверненных валькирий отмечено на вашей карте. А, нет. А, ну короче, теперь все видно, где какой, где разрывы, где вот валькирии. Ну классно, классно. Кратос. Осталось только второстепенное задание. Ну. Получается, сейчас на это можно поставить точку. Надо будет позже прокачаться, победить всех валькирий и уже поставить большую точку на этой игре. Пока что. Но вообще не будет желания возвращаться. Вот. Много мыслей насчет следующей части. Я думаю, мы продолжим убивать богов. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо и пока!